ПАО «Газпром» есть определение культуры производственной безопасности. Это квалификационная и психологическая подготовленность работников. Здесь и тренинги, здесь и инструктажи, здесь и широкое количество аудитов. Благодаря работе с персоналом в области психологии мы считаем, можно сохранить жизнь и здоровье, и более того, добиться более грамотного баланса в численности, в программах работы, в коммуникациях, в целом в удовлетворенности работников. Мы говорим о создании системы в целом, направленной на сохранение жизни и здоровья наших работников. Что значит система? Это когда есть ценности, цели, есть ключевые показатели, есть обратная связь с работниками, есть мероприятия. И периодически, просматривая результаты опроса, можно делать выводы об эффективности мероприятий, которые мы используем в своей работе. Хотел бы обратить внимание на несколько направлений, которые перспективны, в том числе для тех, кто интересуется работой в компании «Газпром» и в дочерних обществах. В рамках сотрудничества у нас есть два больших направления. Первое направление – научное исследование и разработки. Второе направление – это совместная образовательная программа, подготовка кадров. А если говорить о научных исследованиях, это прежде всего работы в области углеродных газов, которые являются попутными в основном сырье. Это работы, связанные с криогенной техникой. И подготовка кадров тоже вокруг вот этих направлений. Третье направление очень важное – охрана природы, экологические технологии. Смысл студенческих отрядов, если вот так вот просто, наверное, говорить, это форма временной организации молодежи. Это несколько больше, чем просто работа. То есть это уже, когда соединяется определенная комиссарская деятельность, дух студенческого отряда, коллектив, взаимовыручка, поддержка. Буквально 2 года назад мы подписали уже такое партнерское соглашение, и сегодня мы с «Газпромом» реализуем и профессиональное обучение студенческих отрядов, и корпоративные мероприятия для них. Это и в этом году ПАО «Газпром» является партнером юбилейного года, а это целый цикл разных мероприятий. Деятельности группы компании «Газпром Межрегионгаз», поддержание вечных огней, обеспечение бесперебойной эксплуатации, безвозмездной поставки газа на вечные огни занимает очень большое внимание. К этому очень трепетно относятся все работники, потому что Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и унесла с собой 27 миллионов жизней, она в сердце каждого из нас. Сложный огонь с точки зрения эксплуатации или доступа к эксплуатации. Наверное, это огонь в поселке Орджоникидзевском. Он расположен вообще на скале. И фактически, чтобы его обслужить, необходимо одеть альпинистское снаряжение. И наши специалисты, которые осуществляют техническое обслуживание, используют все то же самое, что используют альпинисты для восхождения на горы.
это молодые, креативные, те, кто хочет развиваться и расти, кто хочет связать свою жизнь с работой инженера, и при этом не останавливаться на застигнутом, двигаться только вперед. У нас в московском регионе год к году растет потребление газа, независимо от того, насколько холодная зима. Так как у нас идет приток населения в Москву и развитие промышленности. Я взял несколько лет предыдущей истории работы газотранспортной системы и с использованием искусственного интеллекта предсказал потребление на несколько периодов вперед. Мой проект называется «Рентгеновское зрение. Как искусственный интеллект ставит диагноз трубам». Мы обучаем программу, которая анализирует уже по опыту предыдущих дефектоскопистов, определяет, здесь, например, шелковиночка, здесь корочка, здесь непровар. И на основе этого обучения выдает результат. Вот это позволит более быстро и четко определять, что это за дефекты, какие у них размеры, координаты и так далее. Что вы посоветуете для того, чтобы тоже стать чемпионом? Держать режим. Спать вовремя, вставать вовремя. И не забывайте еще, помимо спорта, хорошо учиться. Это что-то невероятное. Конечно, нам говорили, что будет Сириус, будет база построена такая. Но когда ты туда попадаешь, ты даже такого не предполагал. Все очень продумано до мелочей. И вот именно проект «Газпром детям», он помогает развиваться. И пока что у нас есть такие люди. Ну, я думаю, что Россия будет двигаться вперед и развиваться.